Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили, и я хотел вам показать альтернативную концовку игры I Summer Ends, поэтому, в принципе, так. Короче, суть в том, что мы за ней не пошли во второй концовке. Вот. Так, может чуть громче сделать звуки. О, компьютеры теперь тут продавались. Район менялся. Теперь она с дочкой. Она вроде как улетает отсюда нафиг, да. Ну да, они погибают в Гонконг. А, девку Лилиан зовут. До Сан-Франциско. Она Сэм увидела спустя столько времени. На ее улыбку даже узнала. О, Сэм, она наша. Сэм нашла другую женщину. О, Мишель родилась дочка. То есть это тоже как типа альтернативная другая история. Вот. Вот, она пошла своей дорогой, а Сэм пошла своей дорогой. И она улетает в Калифорнию. Куда она, в принципе, хотела, когда она рассказывала Сэм.
А это ее девчонка. Вот этой. Мишель. Новая глава жизни. Ну, получается, вот тоже альтернативная концовка той игры, в принципе. Вот. Так что, надеюсь, вам игра понравилась, альтернативная концовка тоже. То, что... Сэм пошла своей дорогой, Мишель своей дорогой. Сэм нашла себе девушку, Мишель родила ребенка, нашла супруга. Вот такая вот альтернативная, в принципе, не хуже концовочка. Ну да, наверное, действительно не хуже. Вот. Ну а всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Это была альтернативная история, концовка. Всем до скорого, всем удачи, всем до новых игр. Не забывайте про лайки, приглашать друзей. Всем пока-пока.